Ой, у меня же, да, индикатор есть. Ну чё, давай. Всё хорошо. Ой, запиздил. Как похорошели Чебоксары при отце матери. Мы оторвём тебе пунь, а из черепа сделаем дальше. Пунь мне чего? Не надо мне пунь отрывать, алло. Так, короче, открывай, я сейчас ББПЕ устрою. Давай, иди сюда. Он по брат. Ты не брат мне, гнида свинорылая. Сейчас ты у меня улетишь. Ей! А, бля! Кто мне там втащил? Бум! Ой, с ноги порыл, зашо. Иди отсюда. Господи, это такой кайф. Ну-ка. Дай мне в последний раз увидеть, как она взрывается. Ну, дед, пердец, смотри, чё могу. Блять, далековато. Можно еще одну попытку? Похоже, теперь моя очередь следовать за тобой. Актеров они подтянули, а как работать, они им не сказали. Хотел бы я знать, с какого существа это. Ё-моё, прям подо мной. Надо мной. Позади меня. Ну вы поняли. Корвиды свободны от оков реальности, так что они могут сходить с ума. Ты ими, кажется, восхищаешься. Да я и сам в какой-то мере корвид. Ой, ебать, я ж пошутил. О, та красотка, которая под себя мочилась. Ядрить. Ну чё? Чё ты можешь? О, бля. Чё-то может. О, сука, сломал. Дай-ка я его прям вот обломком этим. Ох, всё, писос тебе, девчонка. Бум. Сука, пендаль. Ещё один. Вот это по-царски было. Типа, слышь, когда уже конец вписки, слышь, сваливай с моего дивана. Твои блоки предсказуемы, как скала. Да брось, я давно не играл просто. Бум. Ядрить, ты стрёмный. Вот тут интересно, на расы делятся? Вот в этом мире вот эти существа. Я-то человек, понятно, а это кто? У тебя полужопие видно. Цензура на Ютубе, блядь. Бум. Ой. Эй, ты. Ты меня в текстуру повалил, дебил. Да это пустыня, тут ничего не растет, алло. Вон грибочки какие-то. Даже не в кочках. Ну чё, пошли искать хавчик. Одуванчики. Любят девочки, любят мальчики. Ой, они двухмерные, как... Это, я так понимаю, это ода первому Думу. Вообще, шутанчикам тех лет. Кроль, ничего личного. Это квест. Блин, посмотри на это. Умели в 9-м году инди-студии красоту делать. Уйди, белка! Вы можете пнуть белку, чтобы остановить их без взрыва. Уйди, дурак! Ой, бля! Это так работает, да? Ну, конч. Петуч. О! Попал! А, хорошечно! Уйди, белка, блядь! Уйди, белка! Да хватит ёрзать! Ой! Уходи! Уйди! Да я попаду по тебе! Он может белке в глаз попасть. С неимоверного расстояния. А я белку пнуть не могу. О, благодарю, ты облегчил мне работу. Вот это задний дворик. О, хрюшки бегают из реального мира. А, блин, я думал, заставка идет. О! Дайте черенком отпизжу. О, это девчонка? Прикол. Я еще такую не накуканивал. Пошла вон. Вот так это делается. Ты че какая пузатая? Меня это не засудят, что я тут беременных избиваю? И че куда? А, все понял. Это кабели кто-то тут установил. Бой. Зена Типс
Torch Absorb 2. Ясно, спасибо. Умер! Ты тоже! И ты тоже! Давай от кальянчика зарядим. Я повелеваю вам вернуться в свою землю. Своим факелом, блин. Освещение тут, ядрить его в корень. Мое уважение. Бум! Уйди, дурак. Уйди, дурак. Утошел! Блин, сказал, блин, утошел. Ты как тут оказался? Сука, мои кальяны. Ой! Уходи со своими вейпами отсюда. Здесь вам не рады. Это ты открыл двери? Да. Не знаю. В смысле, да? Че, я зря бегал, что ли? Блин. А почему она трехзарядная? Вон все эти хреновины. В ряд? А, да, вон в ряд кладет. Тогда странно, они вылетают. Ну ладно, не будем об этом. Это другой мир, тут бесполезно прикапываться. Это все равно, не знаю, что оправдывать. Говёные законы вселенной каких-нибудь Звездных войн. При том, что это действительно другая вселенная. Это музыка Хнира. От нее большинство корвидов просто с ума сходят. А-а-а. А ты с чего такой счастливый? Это музыка. Меня она тоже заводит. По тебе слышно. Мы избавимся от Хнира. Погоди, тут еще где-то хавчик был. Опа. Не та, не та кнопка. Ай, да-да-да-да-да. Ай, бля, по жопе попал. Больно, больно. Че такое? На нахуй. Ай, дурак. Анимаста, блядь. В смысле устал? Давай, давай. Ой, кому-то случайно заехал. Погоди, Бум, нафиг, по затылку, по виску. Лежать. Выпнул просто. Бум-бум. Под ноги-то не стреляй. Так меня без моего этого оставить можно. Да, ты шутишь? Что мне там вначале хотели оторвать? Вот она его и отстреляет. Голем, сука, сидит и пердит. И в писюн не дует. Ни в свой, ни в мой. Ты думаешь, я тебя не догоню? Стреляй ему под ноги, чтобы он обосрался. Блять, он обосрется, я подскользнусь, и все, песос. Ты как вообще нажрал такую массу-то? Ты чем питался? Грибочками? Плесенью? Хитрит он что-то, хитрит. Сдриснул от меня мухожук, который устал. Заяц, давай, выходи. Все решится очень быстро. Ну, мне квест надо выполнить, зайцы. Ну, войдите в положение. Чем больше у нас шансов, что он останется один. Что он останется один? Из Узбекистана сбежал. Чему? Сука! Сука, он просто стоит и смотрит. Римат, ну, я сейчас ББПЕ устрою. Ты же помнишь, как это было? Ну, давай на кулаках. Че, ты не помнишь, что ли? Не помнишь первую серию? Не смотрела, да? Вот так это делается. Ну все. Не, ну это нечестно. А, ну ладно. Я хотел сам убрать, но ты уже все сделал за меня, братан. О, кого-то коцнул. Каково это через шлем блоуджоб делать? На Глори Холл похож. Ух, сука. Вот да. Вот давай вот одну сюда. Блять, я вступил в нее! Конч! Я на всякий случай подожду. А, блять. Опять батя домой пришел пьяный. Че такое лежит? Кружка его. Можно его обоссать? Алкаш ебаный. А вот свинолюд. Тебе нельзя сюда! Типичный сельский житель глубинки, где только братья и сестры живут. Положи на место, блять. Хтлана, крыса ебаная. Сколько сисек? 4. Неинтересно мне. Минимум 6 надо. Бу! Да я такой удар зарядил, чтоб ты мне,
чтоб ты мне его прервал. Блять, опять промахнулся. Наконец-то. Погоди, погоди, не стреляй, не стреляй, брат. Точнее, кто-то там бандит. Пидорас, короче, не стреляй, заебал. Конч. Хых-хых. Крысу пизжу, только как крыса. Сколько Гасторниса тебя пиздил? Неужели ты еще не понял, что бесполезно? Бесполезно! Блин, ты еще кто? Ты скорее позволишь им убить меня, чем расскажешь свой секрет. Скорее позволишь мне убить их. Не думаешь ты о своих детях, отец-мать. Хуёвый из тебя, родитель. У тебя есть дети? Началось. Я же мамка со своей свинотой маленькой. Так, ну тут ты в белок не попадаешь. Меня это уже радует. Давай. Ой, я, кажется, суперпозицию нашел. Так, харчики подтянулись. Все? Е-е-е. Запижен. Шел вон. Да я дров видела, как я счетерил. Эй, голем. Так, блядь, это арена. Это что такое лежит? Думал, мне уже конец. Ты не оп. Стреляешь. Ой, блядь. Я помню, что у меня блок есть. Я два дня не играл, но помню. Что ты мне сейчас будешь делать? Куда ты мне мой пальчик денешь? Дедра, ты сказала, что будешь следить за ним. Дедра все провафлила. Как обычно. Да вообще песос, какие вы ловкие стали, я ебу просто, Алибабу, вот кошмар, ох, пиздец тебе, ой, бля, это как я сделал? Так, блядь, она встала, она злая. Давай, третий, сука, хавка, хавка, хавка. Эй, блядь, да ладно? Вот, благодарю. Первый, второй, блядь, второй. Да хорош. Все, третий, пиздец. Блять, ну или так, я в принципе не против. Еще один босс-файт. Дедра, запизди, короче, их. Я их уже миллион раз бил. Они не понимают, они тупые. Уходи. Отец-мать, нахуя ты своих детей подвергаешь такой опасности? Да сдрисни, бля, ой, бля. Тогда сюда. Ой! Ой, да ладно, все-таки по ногам. Да ладно, да бросьте, ну это же было. Второй раз, одно и то же практически. Да вы че, шутите? Могли бы как-то постараться, но я-то думал. Единственное, что изменилось, это то, что братья иногда и сестры вылезают и что-то пиздят в мою сторону. Отец, мать, зачем ты так детей своих не любишь? Ну куда ей вот? Да ебу, блядь. Стой на месте, блядь. Сука, лежать. Да ему голову, блядь, размажу. Ебать, я жестокий стал с этой игрой. А, вот он подменил. И тетка с ума сошла. Полигональный свин. Я бы тоже с ума сошел. Это еще что? За статуя. Оп! Ну, все понятно. Своевременное окончание. То есть все линии закрыты, все закончено. Да, все, я понял. Весь тонкий замысел режиссера, то есть сценариста, ну вы поняли, The Naclash Story by Эдмунда Бардо. Эдмунда Бардо. Молодец! На этом серия будет пока что все.